Всем привет! Porsche Macan. Эту машину человек купил себе. Правда, он не предполагал, что будет много работы и много деталей. Больше всего пострадала задняя часть машины. Я согласился сделать этот ремонт, и вот машина у меня в мастерской. Итак, начинаю ремонт. Ремонт начну с разборки. Затем установлю машину на стапель. С задней частью я закончил. Теперь разберу перед. С передом работы немного. Надо поменять все поврежденные элементы. Поэтому я все поврежденные детали сниму и установлю новые. Поврежденные детали снял, теперь устанавливаю новые детали.
Установил капот, примеряю бампер и фары. Передом я закончил, начинаю ремонт задней части. Это будет сложный ремонт. Сначала вытягиваю поврежденный металл. С вытяжкой я закончил. Теперь удаляю поврежденные детали.
Итак, поврежденный металл удален. Я сделал измерения, для этого у меня есть оригинальные размеры. Их можно купить по ссылке в описании. И теперь я знаю, куда мне надо потянуть лонжероны. Ну что, поставлю их на место. Сделал измерения, все отлично. Теперь немного подровняю места сварки. Заканчиваю подготовку к сварке, и вот эти все новые детали мне надо сварить. В местах контактной сварки буду промазывать кузовным клеем. Прежде чем начинать переваривать эту панель, проверяю внутренние элементы и диагонали. Также была установлена задняя крышка багажника. Ну что, давайте начнем сварочные работы.
Перед сваркой последних деталей примеряю задние фонари. Прекрасно. Зазоры гуд. Снимаю фонари и заканчиваю сварочные работы. Итак, все детали приварены, а значит сварочные работы закончены. Сварочные места загрунтованы, соединение деталей закрыто герметиком. Внутренняя часть багажника покрашена. Осталось подровнять последние две вмятины. Их я исправлю при помощи споттера. Задними стойками я закончил. Теперь устанавливаю детали задней части и проверяю все зазоры. Моя работа закончена. Эта работа заняла 90 часов.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!